Княжна Ирина Романова была внучкой императора Александра III, а Феликс Юсупов принадлежал к древнейшему роду, одному из самых богатых в России. Их союз вызывал у многих удивление. При дворе все говорили о странных увлечениях Феликса Юсупова. Например, он обожал рядиться в женскую одежду и эпатировать этим публику. Но Ирина никого не слушала, она любила своего избранника. В декабре 1916 года Феликс Юсупов участвовал в убийстве Григория Распутина. Семья вынуждена была уехать из Петербурга. А когда грянула революция, супруги эмигрировали во Францию. В отличие от многих других аристократических семейств, Юсуповы не бедствовали никогда. В 20-е годы Юсуповы открыли дом моды, назвав свое детище по первым двум буквам своих имен. Весь персонал состоял из русских эмигрантов, а княжна Юсупова часто выступала в роли манекенщицы и сама демонстрировала модели дома моды. Во времена Второй мировой им предлагали примкнуть к нацистам и вернуться, но Феликс избежал обеих сторон. Они так и прожили в Париже всю оставшуюся жизнь.